Я как всем доброе утро, я всегда взяла себе панкейки и горячий шоколад. Ребята, мы покушали, и сейчас я пытаюсь всю систему восстановить свою логин и пароль от Skyeng, потому что Skyeng это школа английского языка, мы остановились на LG. Так вот, мне нужно Skyeng это школа английского языка. Вообще, она еще математики, но, короче, английского, я там у нас английским. Вот, и я не помню свой пароль, не логин, ничего. И так как в приложении мне вводить не нужно, но если меня выкинет каким-либо образом, или у меня будет проблема с входом, то я как бы их тогда решить не смогу. И лучше мне решить их сейчас. Вот поэтому я отправила. Поэтому я написала техподдержку, мне ответили, в общем, сейчас будет что делать. Какие вот у меня проблемы. А сегодня нужно перенести урок, потому что у меня завтра и в пятницу урок. Завтра я не могу, потому что мы едем на какую-то экскурсию, то ли куда-то туда. Вот, а в пятницу я не могу, потому что в этот день мы улетаем, но я просто не смогу. Сейчас едем на обед. Наш друг, привет. Мы едем на G, ну, он уже закрылся, да. С этой стороны через Зиму можно увидеть, что он там дурак. Да. Что-то как выглядит в день, меня это немножечко настораживает. Я просто мысли, а не главное отвечать начали, они сейчас говорят, держу, они сейчас очень беседки. Я взяла мою любимую курицу, потому что она безумно вкусная здесь. Вот это. Макароны, потом свой любимый салатик, кстати, мне его полили еще каким-то соусом, не знаю, вкусный или нет, вот, и вот это вот, я не знаю даже, что здесь, если честно, но мне привыкло то, что оно с бананом. Кстати, есть собачки, но у нас в отеле собачек нет. Нет, не видела. Откуда? Из какой горки? Из-за зеленой, по-моему. А, или из синей сделала. Вот, я что, синяя так же летела, что ли? Смешно. Литературненько. Давай вот тут вот. Вот, смотри, вот есть. Давай. У других людей. Он сидел. Сколько он сидел у них? 2 часа. Ладно, не 2 часа, не знаю, сколько, но очень долго. Ну, минут 10. Да, минут 20 даже. Он сидел на одном месте, не двигался. Мне кажется, он даже не моргал. Он сидел такой. Вот смотри, как глазам больно. Когда мы играли в мою говорящую Анжелу, то вы, скорее всего, знаете, что после того, как ей почистить зубы, она делает так. Так вот, я так сделала. Такая, прикусила себе щеку. А тебе стоит пальцы в рот. Ну, короче, кровь. Тематичка, да, выглядит в сторону так. О май гаш, мой рот. Болит сильно? А, реально, кровь, чё какой. Тест на ковид? Да это я! Сейчас мы идем фотографироваться. На самом деле я одета просто максимально обычно, в чем я вообще живу. Мы на 7-м этаже. И он там остановился. Ну, дальше не едет. Один на 7-м, другой на 4-м. Мы на 8-м. 8-м. Я пока здесь, я приехала, пока одна здесь. Жду, пока кто-то из этих красавчиков поедет на 8-й этаж. И это будет означать, что мама с Кирой едут сюда. Пока один стоит на 2-м этаже, другой стоит на 9-м. Так что пока. Он стоит на 8-м этаже, и я предполагаю, что я знаю, кто приедет сейчас. Стоит на 8-м? Стоит на 8-м. Уже неоднократно открывались эти двери, надеясь, что я выйду. Сейчас на 6-м, на 5-м, на 4-м, на 3-м. На 3-м. На 3-м. На 3-м. Там будет кто-то или нет? Давайте посмотрим. Really? В кроссовках? Что-то в кроссовках? Я решила в кроссовках. Смотрите, ну какая вообще красотка. А мы можем выйти вот в эту красоту? Получается, в шлёпках, а я в кедах. Ну, мне нравится быть. Зачем мы сюда вышли? Надо было там пройти.
Ой, посмотрите, какой он шикарно выглядит. Это вообще... Ну, знаете, какая в нем холодная вода, это просто... Там где-то в отражении я вижу себя. Понимаете, просто три разных стиля. Номер один, номер два. Это, конечно же, мне. Вообще, надеюсь, что мы будем фоткаться с ящерицей. Очень уникально, за уникальные 4. Сижу, пью мохито, пока Кира там фоткается. Конечно, лучше вид на мусорку, просто вообще моя любовь. Вот, там фотограф, там, блин, можно увидеть Кира. Тут сижу я, у меня уже закончилась мохито, но я хочу съесть лимон, потому что моя любовь к лимону просто безгранична. Так же, как и к мяте, наверное. А мята так же, как корица. Это лайк пинеколара. Бар без алкоголя. Соком? Я такой не люблю. Мне такой не очень нравится, но я отдам это маме, потому что она любит ананасовый сок. Это же ананас, да? Ну, пайнэппл, короче, я не знаю, как это на русском. Иду к тебе, мой друг. Мама, мама. Нет. Хочу немного рассказать про вот эту синюю горку. На ней нужно кататься на ватрушках. Это такие круги желтые, я думаю, вы знаете, что это. Вот, но также можно кататься и просто так. Так вот, сегодня я каталась просто так. Знаете, как это выглядит? То есть вы разгоняетесь, едете, потом разгоняетесь до такой степени, что вы просто уже не можете остановиться, как бы вы ни захотели. Вот, но при этом, так как горка вот такая, вот, и она меняется, типа, вот так, вот так, да? Вы разгоняетесь до неимоверно большой скорости, и вот так вот бьетесь об стенки, об все стенки, которые там есть. Это просто... Я даже на ватрушке ударилась ногами. Ватрушке ничего не ударилось, а вот когда ехала именно... Там голова в разные стороны. А вот когда ехала сама, тогда это было больно, потому что... Это было мощно. Это было мощно. И это было очень больно. Совершенно не знаю, типа это или нет. А, другим пакетом. Все идут как хотят. Если что, вы понимаете, просто о чем мы говорим. На английском голосе не так. Hello. Всем привет. Котики. Это не котики, это труба. Зрение то. Что, простите? Прощаю. It's my bad. It's my bad. It's my bad. Чисто и тепло. Да. Делать вид, что мы куда-то спешим. Пойдем по мостику. Да, я тоже собираюсь по мостику идти. Очень красиво. Очень уникальный зон, конец 4. Вообще. Очень. Допишу. Что пишешь? Так, так. Подписчики спрашивают. Рассказ. Обтком. Обтём. Обтём или чё? Обтём? Обтём. Обтём. Обтём или чё? Две подписчики этого не спрашивают. В чем речь? Вы спрашиваете, скажите, вы спрашиваете. Спрашивают все, все. Мы даже с вами на одной волне. Да, да, всем интересно. Кстати, заметила, что сегодня в таком стиле. До этого ничего такого не было. Сегодня какой-то день. Да. Сегодня какой-то праздник. В чем проблема? Я взяла плов и курицу, а также такос и чипники, так как сегодня день Мексики. Не знаю, на самом деле, почему такая мексиканская еда. Но это выглядит очень вкусно. Ребят. Время где-то 3 часа, 3:40, наверное. Мы идем. 3:40. 3:40, ну я почти угадала. И вы скоро узнаете куда.
выехали мы в 3 часа ночи. Если приехали, я постараюсь вам показать, как можно больше. Привет! Я только что иду с его взрослого. Я не знаю, как там тебя. Я как-то фоткаю для Инстаграма, если я забыла, что на Ютубе я тоже должна что-то снимать. И хочу вам показать. Сейчас, посмотрите. Лучше в своем роде. Вот. Я думаю, вы понимаете, что это. Если не понимаете, то я тоже этого не понимаю. Поэтому просто идем. Посмотрите. Привет, Лёсель! Привет! Привет, хороший! И в итоге ужин заканчивается через полчасика, наверное. Через час, по-моему. Да, через час. Вот. И мы едем на ужин. На самом деле, к нам не хочет ехать ни один лифт, потому что один стоит на 5-м этаже, другой стоит на LG. Поэтому как-то да. Всем доброе утро. Сейчас мы едем на завтрак. И это новый блог, я хочу, чтобы вы всем привет на канале Полина Классовская. Сейчас мы едем на завтрак. Всем пухаю, вы всем не знаете, я на генерал менеджер. Генерал менеджер. Я так сказала. Наш лифт на 7-м этаже. И сегодня это последний блог, как бы это ужасно не звучало. Но да, вот так вот все и заканчивается. Так и жизнь человеческая. Что за ужас? Мы, нам вообще, мы взяли панкейки, нам даже не положили шоколад, но мы взяли горячий шоколад, и я пока шла развела его. Крайне молодец. А еще сегодня мы кушаем прямо под грязь. Ну, все, мягче. Пистолет есть? Есть. Нога на месте? На месте. Только я не понимаю, зачем я это себе буду делать. Мы уже собираем вещи, ребят. Вот так вот быстро все заканчивается. Вот. На обед я взяла спагетти с курицей на гриле, салат и два таких вот, две вот таких вкусняшки, потому что они конечно, не такие, как на Кипре, но, в принципе, тоже вкусные. А еще вот это, но это взяла Кира, но я у нее буду это есть, это из стока. Ребята, посмотрите, что мы купили, это леденцы от Горла. Какое знакомое место, не правда ли? В общем, мы не нашли этот шоппинг-центр Вайкики, и поэтому мы идем в Starbucks. Завет на всю жизнь. Не можете сказать, вот дальше идите в Starbucks.
это вещи новые, то есть это те, которые мы купили здесь. Ой. Это вещи, которые я брала с собой. И вот. И вот еще. И вот еще. И вот. И при этом вот еще все. При этом вот еще. Вот. Потом. Это еще далеко не все вещи. Тут еще. И тут еще нет моей. Здесь еще нет моей обуви, в которой я ходила здесь. Приехали в аэропорт, если честно. Я сейчас выходила из автобуса и упала, и прям упала на свой портфель, в котором лежит мой MacBook. Мне, если честно, страшно. Я надеюсь, что все хорошо. Ой, господи, я на что-то наехала, хотела нанять красоту, а в итоге наехала на какой-то камень. Ребят, сейчас мы сидим. Я думаю, вы заметили. Мы прошли регистрацию на рейс. Очень круто. После регистрации на рейс я сижу в воду. Также мы скидываем, ждем, пока мама такой возьмет. Ой, возьмет. Мама возвращает сейчас такси. А мы сидим с Кирой и просто отдыхаем. Время 6:40. Вылет у нас 8:10. Вот. Хотя мы прошли только регистрацию. Впереди как минимум паспорт, который ручная отвалит. Я не помню, там что еще есть. Да, там еще сколько всего. Да. Кто-то обматывает свой чемодан. Когда летишь на Россию? Да, потому что когда ты летишь обратно, то тебя там не спрашивают, сколько ты денег берешь с собой за границу, как минимум, потому что ты уже едешь за границу. Это вот еще, это минус один контроль. Потом тебя не проверяют, типа, с кем ты летишь, нахрена туда летишь, потому что ты как бы домой летишь. Смотрите, какая красивая. Ребята, время 7:01. 7:01. И мы ждем маму, пока она придет с такс-фри. Мы уже прошли все контроли, которые можно. И сейчас мама придет. Сейчас мама придет с такс-фри. Мы пойдем в дьюти-фри. И наконец-то полетим. Хотя наш самолет еще через час еще. Вот, поэтому. Но нам еще погулять нужно. Еще я сломала ноготь, пока доставала контейнер для ручной клади. Сегодня трапа не наша тема, поэтому мы едем на автобусе. Мы не хотели, вы хотели. Ну вот вы хотели, вот надо было к себе складывать.
всем за просмотр. Мне было очень приятно, что именно ты посмотрел.